для того, чтобы понять инспектору, трезвый ли перед ним водитель или пьяный нарушитель, ему достаточно оценить результаты алкотестера. У этого водителя ни одной промилле алкоголя не обнаружено, но, к сожалению, не все автолюбители такие дисциплинированные. За 5 дней, что проходит рейд, выявлено 6 нетрезвых водителей. Стоит отметить, что рейд будет проходить до 25 декабря. В сети полицейских может угодить любой правонарушитель.